Парень как будто играет у меня на нервах. От со-режиссера «История игрушек 2» для воплощения большой мечты. Что? Папа, я решил стать рок-музыкантом. Ну вот это просто бред. Нужен великий учитель. Ангус Кеттергуд. Хочешь быть музыкантом? Имей нормальные инструменты. Давай, выбирай. А вот это вот можно? Нету. Или вот это вот? Нет, это не это тоже. Как насчет этой? С 4 мая. Ты сочинял когда-нибудь песни? У меня пока только одна вещица про мусоровоз. Дружище, сбор мусора. Это совсем не рок-н-ролл, брат. Не вешай хвост. Мистер Скеттергуд велел, никогда не останавливайся. Ворота закрывают. Все в твоих лапах. Если бы ты знал, что я чувствую, это смысл всей моей жизни. Главные роли озвучивают Николай Фоменко и Никита Пресняков. Огонь. Ты мне комнату разнес! Рок-дог!